Итак, здравствуйте, дорогие телезрители! С вами, как всегда, Савельев Анатолий и его канал. И сегодня мы попробуем вырастить арбизы. Вот, я сегодня прикупил такие арбизы синего цвета и прозрачного, две пачечки. Вот, прозрачные арбизы, две пачечки. Мы закинем в перекись водорода. Мы будем выращивать, то есть, их в перекиси водорода и посмотрим, что из этого получится. А после того, как мы вырастим их, я выращу еще одни арбизы в воде и вколю в них перекись водорода с помощью шприца. Ну, наливаем сейчас перекись водорода и закидываем непосредственно арбизы. Так, наливаем. Так. Так. Вылили первую. Так, теперь вторую. Выливаем. Так, мне кажется, этого будет мало. Так что я вылью еще одну пачку. Так, вот мы налили определенное количество перекиси и забрасываем наши арбизики. Так. Так, попробуем сначала, наверное, черные. Ой, как их, синие. Только не все кидаем. Так. Кидаем только определенное количество. Так, вот. Это мы оставим потом, чтобы вкалывать в них. Так, и теперь кидаем прозрачные. Так, отлепливаем. Две пачечки. Вот они. Так. Кидаем тоже определенное количество арбизиков. Так. Смотрим. Так. Так. Вот мы закинули арбизы. Это мы оставили на потом. И ждем до завтра. И будем смотреть, какой у нас эффект. Ну, давайте. Вот сейчас я вам покажу, какие у нас красивые получились арбизики. Вот они такие вот, синенькие с прозрачными. Очень красиво получилось. Ну и, в общем, ждем до завтра. Смотрите видео до конца. Я не знаю, дорогие телезрители, они прям стали набухать буквально на глазах. Прошла всего минута, и они стали набухать очень сильно. От них идет пар, от них идут бульки, и это просто охренительно. Вот это да. Смотрим дальше, что у нас будет. Вот мы накрыли наш бокал целлофаном. Вдруг что? Вдруг будет взрываться. Ну, смотрите дальше. Ну вот, дорогие телезрители, я встал на утро, и я обнаружил то, что арбизы стали огромные. Но я еще ночью это заметил. Вот они у меня какие получились. Вот, это с перекиси водорода. Так, мне кажется, ничем наш эксперимент не отличается от водяных. Ну, правда, они стали прочнее и прыгучей. А шарики Орбиса в воде, которые были, вот я поставил рядом, они тверже, да, но они, у них не такая прыгучесть и, мне кажется, не такая прочность. А эти прочные, мягкие, вот вроде что-то, какой-то эффект улучшился. Вот он такой у нас прозрачный орбис перекись. Так, вот они у нас арбизы с перекисью, поставим их сюда. И мы сейчас попробуем вколоть в орбис, который был в воде. Мы попробуем вколоть в него перекись водорода.
Попробуем в оба сразу, и в синий, и в прозрачный. Ну, наберем сейчас перекиси водорода. Вот мы набрали даже много. И сейчас вколем. Вкалываем. Мне кажется, никакого эффекта нету. Лопается. Происходят взрывы. Вот у нас наш арбизик. Набирается, набирается. Опа! Опа! Охренеть! Вот это да! А ну-ка еще раз попробуем. Я немного отойду. Ого, он начинает взрываться. И раскрошился. Раскрошился наш орбис. Этот неудачный. Так, сейчас попробуем вколоть в синий орбис. Наберем побольше воды. Вот. Столько. И вкалываем. Они раскалываются. Вот они. Так что, чем можно вот добавить какой комментарий? Мы поэкспериментировали, что будет, если вколоть перекись в арбизы, или что будет, если вырастить. Они, ну, я как вам рассказал, прыгучесть прибавилась, прочность и эффектность. А если вкалывать, они заметно распадаются от и внутри происходит брожение и взрывы. Тоже попробуйте поэкспериментировать с перекисью. И вот, в общем, так. И если его возьмешь, когда вкалываешь в него перекись, то он уже раскрашивается. Вот он, на глазах. А ну-ка, если попробовать вколоть в сам шарик орбис, который мы вырастили в перекиси. Сейчас попробуем вколоть. Так. Опа. Нет, он не потерял свою прыгучесть. Не потерял. Все нормально. Вот это да, эксперимент прошел хорошо. Простые орбизы, которые мы вырастили в воде, они не прошли этот эксперимент. А те орбизы, которые мы вырастили в перекись, прошли хорошо эксперимент. И гляньте, какая трещинка получилась внутри. Гляньте, как красиво. Внутри. Да. Такая вот у нас красота получилась. Вот. И, наверное, дорогие телезрители, я должен заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте класс, нажимайте подписаться и нажимайте на колокольчик с оповещением. Всем до скорой встречи, с вами был Совет Анатолий и его канал.